Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1327. События дня. Псалом 72, 25. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. За 4 августа 2019 года. Всегда даю объявление, просили дать. Затормозить, можно прочитать все. И вот тут переписка, каждый раз я ее вставляю. Это для памяти. О чем рассуждают? Очень интересный материал. Всегда можно курсором остановить, прочитать, я более быстро проворачиваю здесь. Ириней Леонский что говорил, Климент Римский, то есть материалы очень богатые выставляют. Это переписка в нашем содружестве. Я теперь говорю об этих грантах и прочее.
Я выстрелил. Можно или нет молиться? В храме православном, не православном. Ну, такое большое. Выстрел писал. Ну, что, воскресный день, всегда встали, как положено, в 4:40. А у меня ночью отключили. Выхода нету в интернет. Почему? Обмана такого не встречал никогда, нигде. Вот остается что-то. Я из 17 гигабайт, отпущенных здесь, вот 2 месяца, каждый месяц, тратил только 30,5. А остальные деньги похищали, и все. И месяц сократили на 2-3 дня. На 3 дня раньше уже все отключили. Ну, жульничество. Обман, корыстолюбие. Стали искать теперь, где это, что, кто хозяин и кто делает. Это с ума сходит от денег. Только утром уже снова 1000 положил. Сергей Павлович Пупков. Я утром там отдал ему, рассчитался. Вот так. Утреннее богослужение. На улице Малое собрание, днем занятия по Евангелию от Иоанна, 18 глава. Ну, остальное так уже, здесь встреча. Болящие есть в городе, я пошел брать малину. Давайте, я говорю, выберем малину. Поехал за крыжовником. Охота как-то их угостить чем-то. А потом тут Вячеслав Семенов рассказывал. Переписка с ним тут началась. Как были у отца Владимира Головина. И он задал вопрос, вот у вас люди были и уходили, какая причина? Причина разная, главное свое «я». Он на своем стоит, и оно не вмещается, Слово Божие. Если бы Библии не было, то бы дружба была навсегда. От чего? От Христа отходили, от апостола Павла. Один я остался, и моей души ищут. Даже Илья говорил. А это вопрос очень серьезный. Они вышли от нас через то, обнаружилось, что не все были наши. Христа оставили, считайте, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. Когда сказал, тело мое есть хлеб. Соблазнились, отошли. Сейчас сектанты, еретики, они не верят в присуществление хлеба в тело. У нас были такие, несколько семейств. Увидели фотографию, тогда еще говорили, что Лавр, митрополит Русской Православной Зарубежной Церкви, за одним столом сидит, беседует с Алексеем II Ридигером. Теперь оба покойники. Все, ушли. Бунт такой, патриархия безблагодатная, но мы не могли на это пойти уступать. Меняются-то они, а не мы. И ничего нельзя сделать. А что сделаешь? Человек бросил в себя, неверующий сватается, она пошла за него, верующие сватали, свои не пошли. Ну и мучаются всю жизнь. И все там угасло, ничего нету. А как так? Ну а какая причина? Причина – самость, свое «я», потеря любви к Богу. Вот так, все на этом. Все наши ресурсы, и так понятно. Где у нас? Вот мой мир. Вот мой мир мы еще раз можем посмотреть. Наталья Чернова вот зашла. Тут я сходу смотрю, что она пишет, я же не знаю. Спаси, Христос. Хочу сообщить, что у нас все хорошо. По вашим молитвам начали строиться. Спаси вас, Христос. Какой-то Василий Иванов. Что он тут выставляет? Очень интересно, очень интересно. Ставьте скорость. Но я никогда это не делаю и не смотрю. 4 августа. Мне некогда смотреть и незачем смотреть. Вместо своей фотографии тут Златоуста ставят или кого-то. А то мне никакого доверия уже не вызывают. Зачем? Какая причина? Вот. Так, где я вот в шапке, это мой мир, здесь можно смотреть. Вот кастинги в сети. Зачем они выставили сюда? Каким образом их убрать? Директ, не знаю даже. Вот, вот они здесь, какой выбрать автоклав.
Зачем, я его и не знаю даже. Не знаю, как отсюда убрать. Еще подарки, может быть, здесь какие-то поменять. Я ему не знаю. Каким образом тут все это нужно убрать? Анкета. Мои подарки. К подаркам это не относится. Не знаю, как убрать. Хотя она мне не мешает нисколько. Но, однако, вот эта почта. Легко тут. Мало того, вот православный форум. И вот в Ютубе. Ну и большой во свете Библии православный библейский сайт. Здесь все.